все отвратительное, что находится внутри прыща. Есть примета, что выскочивший прыщ – показатель того, что в тебя кто-то влюбился. Но иногда количество прыщей такое, что возникают мысли о поклоняющейся тебе секте. Сейчас раскроем внутренний мир, посмотрим, что находится внутри твоего прыща. What? Как и тело животных, тело человека имеет волосяной покров, и хотя он менее густой, волоски все же растут практически по всей поверхности нашей кожи. Корень каждого волоска окружен мешочком, который называется волосяной луковицей – фолликулом. Рядом с основанием фолликулы находятся сальные железы, вырабатывающие жировой секрет – себум. Этот себум необходим для защиты стержня волоса и кожного покрова от пересыхания. Если устье волосяной луковицы или протоки сальных желез забиваются пылью, грязью или косметическими средствами, то себум не может найти выход и скапливается внутри. Если жир накапливается у поверхности кожи, то образуется своеобразная пробка в поре – комедон. Сначала он имеет белый цвет, а потом, окисляясь кислородом, становится черным. Закупорка сальных желез в глубинных слоях кожи приводит к образованию внутренних комедонов. Кроме того, на твоей коже обитает огромное количество микроорганизмов. Некоторые люди стараются убивать их, используя антибактериальное мыло. Но это ни к чему. Постоянное обновление рогового слоя кожи и нормальная секреция сальных желез не дает микроорганизмам чрезмерно размножаться. А вот в закупоренной поре бактерии начинают активно плодиться, выделять ферменты и разрушать структуру кожи. Из-за этого фолликул воспаляется, а из бактерий и мертвых клеток крови и кожи образуется гной. Переполненный гноем комедон лопается и появляется открытый воспалительный прыщ. Ни в коем случае не нужно трогать или давить прыщи, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Продезинфицируй прыщ и обратись к дерматологу. Но даже в большом количестве прыщей ты можешь найти положительный момент. Новых прыщей у тебя не будет, для них уже просто не осталось места.